Всем привет! Сегодняшнее видео будет про лагман. Ну, начнем. Так же, как и борщ, у каждой хозяйки есть свой рецепт приготовления лагмана. Сегодня я хочу поделиться своим. Мясо нарезаем на небольшие брусочки. Я чуть подморозила мясо, чтобы было легче нарезать. Из овощей у меня сегодня лук, морковь, картофель, болгарские перцы, помидоры и чесночные стрелки и томатная паста. Лук нарезаем полукольцами. Морковь соломкой. Нарезаем перцы. Нарезаем помидоры. Помидоры я подморозила чуть-чуть, ошпарила, чтобы убрать кожуру. Но это совсем не обязательно. Затем нарезаем картофель. И чесночные стрелки. Очень хорошо было бы еще добавить джусай, но, к сожалению, я его не нашла здесь, в Канаде. Разогреваем хорошо наш казан. Наливаем масло и жарим мясо минут 10. Не убавляйте огонь, жарим все время на сильном. Затем закидываем лук и морковь. И жарим еще минут 5. Затем очередь специй. У меня соль, черный, красный перец. И не забудьте положить томатную пасту. Тушим минут 5. Добавляем помидоры и готовим их, пока они не ужарятся. В конце добавляем оставшиеся овощи. Заливаем водой. И после закипания убавляем огонь, закрываем крышкой и оставляем тушиться под крышкой на минут 15. Тем временем сварим лапшу. Я сегодня не стала сама тянуть лапшу, а взяла готовую с китайского магазина. В кипящую подсоленную воду закидываем лапшу и варим до готовности, периодически помешивая, чтобы лапша не слиплась. Как-нибудь позже я сделаю отдельное видео приготовления домашней лапши для лагмана. А тем временем, пока варится лапша, мы приготовим лажан. Мелко измельчить чеснок или пропустить его через чеснокодавку. Добавляем красный перец крупного помола. На плиту ставим сковородку и наливаем масло.
Пока наше масло накаливается, лапша уже готова. Процеживаем ее и промываем под холодной водой, чтобы остановить процесс дальнейшего приготовления. Заливаем горячим маслом перец с чесноком и все хорошенько перемешиваем. Итак, у нас все готово, можно накрывать на стол. Приятного аппетита! Еще больше видео вы найдете на моем канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. Всем спасибо за просмотр!